Уже год маленький Кирилл, воспитанник детского приюта «Домовята», мечтает заниматься боксом. Даже к Дедушке Морозу обращался. Узнав об этом, Одинцовская федерация бокса навестила ребят и провела с малышом первую тренировку. Мне лично очень нравится тренировать детишек. Я надеюсь, что, а так как наш зал находится недалеко от приюта, что некоторые ребята все-таки будут доходить до нас, тренироваться буквально в 3 минутах ходьбы. Вот, поэтому я бы с удовольствием тренировала всех желающих ребят. Потенциал у мальчика отличный, уверен тренер. Главное – развивать талант. Мечта исполнилась не только у Кирилла, но и у всех ребят приюта. Теперь здесь будет свой теннисный стол. Ребята обратились к нам, сказали, что мы хотим к вам приехать в гости. Мы получили письмо от вашего Кирилла и готовы принять его в свою команду боксеров. Спросили, что нам необходимо. Но поскольку ребята больше года просят меня о том, чтобы у нас появился наконец в приюте теннисный стол, вот таким образом мы попросили себе в подарок теннисный стол. Ребята привезли. Привезли, собрали, а еще каждому подарили подарки и пообщались в дружной семейной обстановке. Встреча вдохновила и других детей. Почти все мальчишки примерили новые перчатки. Теперь секция по боксу ждет новоиспеченных спортсменов на тренировке. Мы сегодня провели хорошее время с детьми и тренировку. В дальнейшем, может, кто-то из них станет большим чемпионом. Наша федерация по возможности готова помогать всем, кому это необходимо. Полина Бахова, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».